успеть до зимы отремонтировать более 2 километров пути. В Комсомольском районе реконструкция дороги Михеева-Путилова-гора в самом разгаре. С ходом строительных работ ознакомился губернатор Павел Коньков. Субсидия в размере более 23 миллионов рублей выделена из регионального дорожного фонда. По оценкам профильного департамента, 40% работ уже выполнены. Согласно муниципальному контракту, положить асфальт и завершить работы подрядчик должен к ноябрю 2016-го. Гарантия на покрытие – 4 года. Здесь населенные пункты, которые ранее имели дорогу, но она была в грунтовом исполнении. И когда это весна-осень, когда распутится, конечно, здесь нельзя было проехать нормально. И от жителей были справедливые нарекания в этом вопросе. А проживает в этих населенных пунктах более 200 человек. И здесь проходит школьный маршрут.